детский велосипед, очень маленький на самом деле, катается девочка маленькая. Фирма называется Ричеста. Чистокровный китаец, но сделан очень хорошо. Очень легкая рама, несмотря на остальную вилку, достаточно все хорошо работает. Ручки ставят классически для детей как можно выше. Какие здесь были проблемы? Значит, типа очень тяжело, очень сложно крутить педали, велосипед не едет, все печально. Покрышки были накачаны пол атмосферы. То есть у меня манометр показывал практически ноль. Накачали стандартно до 3. Теперь велосипед сразу поехал. Дальше. Втулки с магазина затянуты очень сильно, ослабили. Сейчас колесики крутятся офигенно. Несмотря на то, что китайские втулки, но они чистые, работают замечательно. Итак, настроили тормоза, накачали покрышки, протянули втулки. Все очень хорошо теперь работает, замечательно. Ну, конечно, есть претензии к переднему переклюку, потому что рамочка тоненькая. Но в целом, поскольку ребенок будет все равно кататься на второй звездочке, проблем нет никаких. Задний переключатель работает более-менее нормально. Опять же, тоже ребенок выберет себе любимые передачи, переключаться не будет. То есть, в принципе, велосипед прикольный. Если бы сюда еще поставили жесткую алюминиевую вилку, легкую, и впереди поставили одну звездочку маленькую, он бы весил бы килограмма на 2-3 легче, и был бы офигенный, и стоил бы дешевле. Потому что вот эта вот конструкция металлическая, ну, представляете, да, просто поставить жесткую вилку было бы дешевле там на пару тысяч. Вот так вот. То есть велосипед нормальный, если увидите, в принципе, можно брать, но надо втулки протягивать, и нужно сразу же настраивать тормоза, настраивать переключения, делать все красиво.